Быстрые лепешки на сковороде очень похожи на тонкий лаваш, их можно использовать в качестве ингредиента для приготовления различных блюд или употреблять вместо хлеба, подойдут для постного стола. Лепешки могут стать заменой хлебу или же послужить хорошей основой для разного рода закусок, поэтому расскажу, как приготовить быстрые лепешки на сковороде. Это рецепт, который стоит знать каждой хозяйке. Лепешки получаются очень тонкими и эластичными, но учтите, что их необходимо накрыть полотенцем после выпечки, чтобы они сохранили мягкость. Такие лепешки можно использовать в рецептах вместо лаваша, по структуре они очень похожи. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Просеянную муку смешайте с солью и оливковым маслом, воду смешайте с натуральным уксусом, добавьте к муке и замесите тесто в течение 5 минут. 2. Накройте тесто миской и оставьте при комнатной температуре на 30 минут, раскатайте тесто в жгут и разделите на 16 частей, из каждой части скатайте кружок и выложите на посыпанную мукой доску. 3. Накройте тесто полотенцем, чтобы оно не обветривалось, каждый кружок раскатайте в лепешку диаметром 16-18 см и обжарьте на умеренно нагретой сковороде до слегка золотистого цвета. 4. Готовые лепешки накройте полотенцем, чтобы сохранить мягкость. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Подписывайтесь и ставьте лайки! Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука 300 грамм, вода 50-60 с 180 миллилитров, оливковое масло 3 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, уксус натуральный 1 чайная ложка, количество порций 7-8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!